Центр города Солнца, 4000 человек. Именно столько зарегистрировались для участия в этой спортивной акции. Это не какая-то запредельная цифра. В Кольце Победы ежегодно участвуют по несколько тысяч человек. Символично пробежать Кольцо Победы, преодолеть себя, преодолеть свою лень, высказать свое упорство, свою благодарность. Ведь мы бежим в честь победы, в честь того, что в 45-м году наши победили во Второй Великой Отечественной войне, и это для меня символично. Сегодня еще и погода помогла, так говорят спортсмены, которые участвовали в забеге прошлого года. Особенно на 9 мая было холоднее, дождь шел. Ну, трасса, соответственно, отличается, может занести в некоторых местах на поворотах, на резких. К забегу на дистанции на 1,2 километра допускают всех желающих. А вот в забегах на 5 и на 10 километров участники допускаются по заявкам, заверенным врачом или по справке от врача. А на дистанции 2 километра также будут соревноваться инвалиды-колясочники. Кто-то переживает, ведь бежит по этой трассе впервые. Хочется в День Победы прямо вот себя победить. Свой страх. Вот хочется. А вы боитесь чего именно? Я боюсь, я не знаю эту трассу, так сказать, и поэтому незнакомые ощущения. Тут немножечко вверх будет, немножечко вниз, ну, перепады такие. Поучаствовать в праздничной спортивной акции мог любой желающий. Мы знаем, что даже министр спорта Алексей Перфильев тоже должен был бежать вместе со всеми, но, к сожалению, потянул мышцу во время игры в футбол, поэтому не смог присоединиться к общему празднику. Зато сегодня бегут одни из самых опытных участников акции «Кольцо Победы». Вот скажите про вот этот самый первый забег, в котором вы участвовали. Это был 1974 год, ровно 45 лет назад. Мне было 18 лет, я бежал в честь Дня Победы, тогда была длина 20 километров. Все призеры, а также участники, занявшие на длинных дистанциях с 1 по 10 места, будут награждены дипломами и медалями. Памятные призы получат 10 самых массовых команд, и их тренеры, у спортсменов-колясочников будут награждены 3 призера. Но награды – это не самое главное, потому что, как говорят сами участники, эти соревнования для них еще и дань памяти Великой Победе. Андрей Дриер, Александр Антропов. День с толком.